У них, как правило, 47 хромосом вместо 46, но этой одной лишней хромосомы хватает, чтобы в семье они стали лишними. От большинства детей, которые родились на свет с синдромом Дауна, родители сразу же отказываются. Наверное, их можно понять. Однако, безусловно, те, кто не отказывается, достойны истинного уважения. В Екатеринбурге сегодня открылась фотовыставка «В каждом ребенке солнце». Героями выставки стали дети с синдромом Дауна. А героями на выставке семьи с такими детьми. И они наша первая на сегодня история. Глядя на фотографии, трудно поверить, что это больные дети. У всех этих малышей синдром Дауна, заболевание, для которого характерны психические, умственные и физические отклонения. Но объектив их как будто не заметил. Посмотри, здесь кто? Наташа, а ты помнишь, где мы фотографировались? Да. Это дома? Да. У 6-летней Наташи тот самый синдром Дауна. О диагнозе родители узнали через 3 дня после рождения дочери. В роддоме врач советовал молодой паре сразу отказаться от ребенка. Но девочка осталась в семье, и сейчас она мало в чем уступает своим ровесникам. Абсолютно нормальный ребенок. Ходим в школу, почти что в школу, в садик, читаем. Хотя нам вот 5-6 лет. Занимаемся спортом, на коньках, на велосипеде ездим. Работы молодого фотографа Елены Поповой, это она подготовила выставку, особенно порадовали генетиков. Ведь им приходится убеждать родителей малышей с синдромом в том, что лишние хромосомы не помеха обучению. Дети Дауны могут освоить и школьную программу, и даже выйти за ее рамки. Вот 8-летняя Маша играет на пианино, неплохо рисует и занимается танцами. Появление ее в моей жизни не помешало мне жить полноценной жизнью. Абсолютно. Мы также живем полноценной жизнью. Это не помешало мне создать второй брак, путешествовать по России за границу вместе с Марией, заниматься с ней спортом. Я была поражена тем, как много могут эти дети, была поражена самоотверженностью родителей, которые делают все, чтобы дети развивались, выросли самостоятельными. Генетики до сих пор спорят, чем вызван синдром. Доказано, патология не зависит от того, какой образ ведут родители. А церковнослужители называют рождение такого ребенка Божьим даром. Это не горе, это не беда, это дар Божий, который помогает родителям понять, что такое любовь. Именно в отношении к этим детям можно говорить о любви, как о некотором феномене. Но тест на любовь проходят не все. В прошлом году в Свердловской области родилось 56 детей с синдромом Дауна. И только 8 живут в родной семье. Остальные сейчас воспитываются в психоневрологических интернатах. Здесь даже говорить умеют только единицы. Ведь таким малышам, как никому, нужен индивидуальный подход. В семье известного юмориста Владимира Логинова Маруся появилась 5 лет назад. Ее рождение ждали, и диагноз родителей не испугал. Не до шуток Владимиру стало, когда девочку не приняли в детский сад. Совершенно понятные опасения нормальных, родителей нормальных деток, что например, Маруся что-нибудь даст по башке, например, ребенку. Но, по-моему, такого у тебя значок не было никогда. В детский сад Марусю все-таки устроили, коррекционный. И пока на ее поведение воспитатели не жаловались. Девочка не умеет даже хмуриться, а плохого настроения у нее вообще практически не бывает. Дарья Манохина, Иван Мякишев и Татьяна Березина. Новости 41-го канала.